Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели и в данном случае действительно только аудиослушатели, поскольку эта программа у нас идет в записи. Меня зовут Майкл Меликов, руководитель центра SunGates. Ну и на связи у нас Минск, государство Беларусь, и Василина Мицкевич, профессиональный астролог, руководитель проекта «Основание». И мы сегодня будем говорить с Василиной о самом знаменательном событии месяца февраль. Это коридор затмений. Василина, здравствуйте. Здравствуйте, радиослушатели. Здравствуй, Майкл. Очень рада тебя слышать, видеть. Да. В отличие от наших радиослушателей, сегодня вот у нас проблемы со связью. Видео связь не получается, не устанавливается. Так что мы поговорим. Мы поговорим просто голосом. Ну и для тех, кто не знает, хотя полагаю, что знают уже все, у нас в феврале месяце два серьезных затмения. Одно лунное, одно солнечное, плюс полнолуние, правильно? Ну, все правильно, полнолуние сегодня. Ну, давайте, мы с вами давно довольно-таки не встречались, и тем более это будет интересно нашим радиослушателям услышать, во-первых, вас, ваш голос, во-вторых, мы на «ты». Давно не общались, да. Услышать твой голос, ну и узнать, что же происходит там высоко, и как это все проявляется у нас на нашей грешной земле. Ну, я уже заметила, что за время нашей паузы, тайм-аута, пока мы не общались, Майкл уже очень много узнал о полнолунии, затмении, даже знает, что коридор затмений нас ожидает. Так что, наверное, развиваемся, учимся. Ну да. Каждый сам в своем направлении. Я вот за этот год очень увлеклась йогой, а Майкл, я смотрю, астрологией. Так что это очень хорошо. Учиться никогда не поздно. Даже если не 45, как мне, а 90, как кому-нибудь, это очень хорошо. Учиться нужно всегда. Да, ну, вообще-то говоря, небольшое уточнение. Майкл, то бишь я, занимаюсь и увлекаюсь астрологией, может быть, меньше по времени, но, в общем-то, где-то около 10 лет я начал ездить в Индию, и там я этим вопросом начал заниматься, поэтому просто у меня больше, так скажем, предпочтение к восточной астрологии, то, что я как бы в курсе дела, хотя западная астрология, общаясь с другими астрологами, и в том числе с тобой, как-то дает, в общем-то, возможность узнавать новые вещи, и это никогда не поздно. Просто я стал об этом узнавать, может быть, поздно, будем говорить, 10 лет тому назад, и так далее. Василина, слушаю тебя. Давай, рассказывай нам. Ну вот прямо сейчас мы и входим в коридор затмений. Но я уже наблюдаю по людям и по событиям, что проявляться стало уже в жизни каждого этот коридор. Что-то у людей меняется, меняется направление, меняется вектор, стали одно за другим события какие-то происходить. То есть мы уже почувствовали, что входим в этот коридор, в этот пространственно-временной, так сказать, коридор, и сейчас нас начнет разворачивать. Почему именно разворачивать? Вот этот коридор, он напрямую связан именно с разворотом, вот этот именно февральский. Все же коридоры разные, а этот заставляет людей менять направление. То есть это аспекты планет в затмении, это соединение со звездами. Все указывает на то, что человек, отдельная личность, развернется и пойдет в другую сторону. Это очень хорошо для творческих личностей, например, попробовать себя в каком-то новом жанре, например, ну, в глобальном таком масштабе. Политики могут развернуться и пойти в другую сторону. Там, например, если где-то идет война, наступление разворачивается и в обратную сторону начинается наступление. Ну вот, то есть все сейчас разворачивается. Такой вот необычный коридор. Ну и коридор у нас начинается условно 11
февраля и заканчивается 26-го кольцевым солнечным затмением. Вот все эти дни мы должны предпринимать какие-то шаги, чтобы развернуться и шею не сломать. То есть аккуратненько, то есть чтобы мы... в правильном направлении, да. Да, то есть мы, так сказать, вовремя. Сегодня у нас 10 февраля, буквально завтра как бы начинается, хотя влияние чувствуется, правильно? Ну, конечно. Сейчас потихонечку начнет трясти больше планету. Хотя, в общем-то, таких глобальных, 9-бальных, даже 8-бальных землетрясений не предвидится, планета меняется. Но все равно там, где нехарактерные какие-то регионы может потрясти, ветер сильный поднимется, особенно за 5 дней до затмения солнечного. Угу. Обязательно будет ветреная погода. И мы вот в этом коридоре вот будем разворачиваться. Но я хочу маленькие такие рекомендации дать, что сделать, чтобы не сломать шею во время этого разворота. Во-первых, нужно высыпаться. Этот разворот связан с перезагрузкой. А самая лучшая перезагрузка у человека проходит, когда человек спит. Поэтому нужно не просто высыпаться, а соблюдать режим дня, спать крепко, стараться, чтобы в момент пробуждения не было никаких резких будильников, а то можно вызвать стресс и испортить, сломать вот эту быструю фазу пробуждения. Поэтому спите, высыпайтесь, лишний час никогда не помешает. Ну и очень важно в этом коридоре не употреблять спиртное, химию, а спиртное именно, я бы сказала, вино и коньячные изделия. А почему? Есть какая-то разница, вино и коньячные изделия, по сравнению с пивом, к примеру, и водкой? Есть. Почему? Ну, это различные характеристики в астрологии. Серьезно? Да, серьезно. А я считал, что это только то, что... Ну, любые спиртные напитки, алкоголь, короче говоря, не употреблять. Ну, то есть, другой вот послушает нашу беседу и скажет, ну, вот Василина рекомендует вино и коньяк. А я не употребляю вино и коньяк. Не рекомендует. Я и говорю. А я, вот, думает этот человек, не употребляю ни вино, ни коньяк. Я люблю водку. Вот. Значит, буду я пить водку, потому как Василина сказала про водку, она ничего не сказала. Так... Как между прочим, в этом затмении, ну, позволительно. Позволительно. Скажем так, да, с водкой, это вот прошлое сентябрьское затмение, там вот нехорошо было. А вот в этом коньяк и вино. Поэтому я так предполагаю, что в течение вот этого острого периода шестимесячного после затмения, когда оно будет активно действовать, наверное, какие-то будут отравления вином и коньяком. Скорее именно вот этими напитками. Так что с коньяком осторожней. Я понял. Ну, хорошо. Это, между прочим, рекомендации, полагаю, этим, скажем, магазинам ликероводочным, да? Ну, это надо каждого индивидуально разбирать, кто занимается. Ну, там, менеджер по продажам, какие контракты заключать, это совершенно разное. Все-таки нужно поставщиков проверять, чтобы не было никаких хорошо. Товаров. Я понял. Василина, скажи, пожалуйста, это ограничение снимается, ну, относительно, конечно, снимается когда? Когда все это дело заканчивается? Вот на следующий день после солнечного затмения? Но вообще аккуратнее нужно быть в течение полугода. Угу. Почему? Потому что потом будет полное солнечное затмение, да? Это имеется в виду в июне месяце. Там следующее затмение. Ну, в общем-то, это затмение, оно 140-й, по-моему, Сарос, и будет действовать 18 с лишним лет еще. Поэтому острую фазу. Острая фаза как раз будет длиться 6 месяцев, а, скажем так, гиперострое, это за 5 дней до затмения и само затмение, солнечное. Солнечное затмение, да?
Понятно. Хорошо. А какое более, так скажем, опасное затмение, если можно так выразиться, конечно, которое может воздействовать на человека, на его ментальное состояние, все-таки лунное или солнечное затмение? Наверное, лунное, да? Вообще на мужчин больше действует именно лунное затмение, потому что они сами янскую имеют такую, янскую энергетику мужскую, и лунное затмение, женская энергетика им несколько чуждая, поэтому они на него реагируют. И событий каких-то больше происходит у мужчины все-таки вблизи лунного затмения. У женщин и иньская, женская энергетика, и они реагируют именно на солнечное затмение, потому что это чуждое янское. То гармоничные какие-то события, конечно же, женщине на женское лунное затмение, мужчине на продвижение какое-то в карьере, это, конечно, янское, солнечное. Скажем так, отрицательные события какие-то именно в жизни мужчин проявятся на лунном затмении, именно в жизни женщин на солнечном. То есть вот этот коридор затмений, в который мы уже практически вошли, какое влияние и на какой территории будет оказывать, ну, скажем, больше? Ну, мы сейчас говорим о территории, скажем, там, постсоветского пространства, к примеру. И Соединенные Штаты, в основном, вот будем так считать, что русскоговорящие проживают больше, значит, может быть, в этих регионах. Как в этом плане, еще раз, вот этот коридор, вот эти затмения будут оказывать влияние на, может быть, природу, на... Ну, я не соглашусь, что территория у нас там какая-то большая, планета стала такая маленькая. Кто-то в Фейсбуке чихнул на одном конце света, ему «будь здоров», говорят на другом конце света. То есть видите, как планета уменьшается, и скоро Чикаго станет соседом для Минска. Да, вот. С тех пор, как я переехал из Минска в Чикаго, с тех пор вот мои соседи. Так что, ну хорошо, но все-таки... Но я расскажу, конечно же. Во-первых, о характере. Мы не говорили о характере. Рекомендации, конечно, обязательно все выполняйте. Высыпайтесь, перезагружайтесь правильно. Восстанавливайте свои операционные и рабочие системы. Потому что, в первую очередь, это затмение связано с работой, с энергетическими какими-то проблемами, с работой электрики, со связью. То есть это именно энергоснабжение. И также энергоснабжение плюс атомная промышленность, плюс вопросы ядерной безопасности. То есть на глобальном уровне, скажем так, вокруг затмения и острый период 6 месяцев политики будут обсуждать вопросы ядерной безопасности. Будет очень много отключение электроэнергии за 5 дней до затмения по различным причинам. Где-то погодные условия, где-то непонятная причина, вдруг вырубилась вся электроэнергия, короткое замыкание на подстанции, либо еще что-то. Будут такие серьезные проблемы, и у кого это затмение окажется, например, в третьем доме, а этот дом связан с компьютером нашим, там, с телефоном, то не удивляйтесь, что у вас там вырубила связь и никак восстановить не можете. То есть это нормальная ситуация. Но на глобальном уровне это уже будет атомное, ядерное такое вот затмение. Довольно много энергии. Поэтому я и говорю, что сильный ветер перед затмением должен быть в большинстве регионов на планете. Ну, если сильный ветер, то это, разумеется, и какие-то перемены погоды. Ну, у нас город Чикаго славится тем, что если хочешь, чтобы погода изменилась, подожди 5 минут. Причем погода за 5, за 10 минут может измениться кардинально. Разница в падении или повышении температуры, возможно, в 30 градусов. 30 градусов по Фаренгейту. Это не совсем там, скажем, но это много.
К примеру, вот у нас как начало февраля практически, у нас уже была погода плюс 18, допустим, плюс 19 в Чикаго, чего никогда не бывало. В принципе, точно такая же погода, как, ну, скажем, в Москве, и снега полно. А снега давно уже нету. У нас будет буквально там через... Вот сегодня плюс 5-6, а будет плюс 13-14 где-то через несколько дней. А, то есть вот такие катаклизмы, это связано, наверное, с тем, что вот все-таки вот эти затмения оказывают влияние. Это так? Ну да, так. Ну, кто любит предсказывать погоду перед солнечным затмением, там 2-3 дня, в каких-то регионах будет очень холодно, и 26-го, по нашему полушарию, по нашему времени, 26-го, произойдет разворот, и 26-го вечером, 27-го, будет противоположная погода устанавливаться. Там, где было холодно, например, 25-го, 27-го начнется потепление. И наоборот, где было тепло, 27-го начнется похолодание. Но я хочу сказать, что вообще в затмении проявлены такие моменты, что 6 месяцев холодные будут. Температура будет ниже климатической нормы на нашем полушарии. То есть, особенно вот апрель там идет, февраль холодный, апрель. Ну и я думаю, что на весь год может распространиться. Я понял. Василина, ну это может быть не касается коридора затмений, но тем не менее мы давно не общались. Мне хотелось бы задать такой вопрос, поскольку те события, которые произошли совсем недавно в Соединенных Штатах, а именно был избран новый президент Дональд Трамп, и политика все-таки Соединенных Штатов оказывает довольно большое влияние не только внутри Соединенных Штатов, но и на весь мир. Ну и очень интересные вот вокруг самого, вокруг фигуры Трампа, очень интересные всегда происходят какие-то вещи, потому что сам он фигура достаточно необычная. Как вы видите развитие, скажем, событий вот в связи с тем, что он стал президентом? Будут ли, скажем, улучшения между странами, наступит ли? Будет ли какие-то, наоборот, конфликтные ситуации в этой связи? Ну и так далее. Ну, во-первых, для Трампа вопрос ядерной безопасности очень важен. Это его, скажем так, от чего он спит плохо. Я когда вот еще там выборы были, смотрела гороскопы президентов американских и сопоставила его гороскоп с Труманом. Думаю, что когда выбрали Трампа, Труман там в гробу перевернулся, потому что это совершенно разные личности, антиподы, противоположные. А если помните, по-моему, как раз Труман сбросил бомбы на Японию, на Хиросиму и Нагасаки, да. Ядерные бомбы. Вот для Трампа очень важно, чтобы никто ни на кого ничего не сбросил. То есть он боится, у него есть какой-то страх, именно тех стран боится, которые владеют ядерным оружием, а особенно те, кто не умеет им распоряжаться. Например, мы знаем Северную Корею. Там вот этот Ким Чен Ын, он как в игрушки играет, там детские, с этими бомбами. То есть это очень опасный момент, и я думаю, что Трампа волнует это волнует очень сильно. Думаю, что Трампа волнует Иран, поскольку там такие серьезные заявки, возможно, изобретают они свое ядерное оружие, ну, возможно, скорее всего. То есть он боится Ирана. С Россией, я думаю, что он договорится, потому что там люди вполне адекватные. А вот с персами и с Ким Чен Ыном договориться сложно. Персы, они очень принципиальные и не меняют свою точку зрения из поколения в поколение. А Ким Чен Ын, с ним поговорить тяжело, потому что это ребенок, который заигрался в игрушки не по возрасту. То есть вот это самое важное и самое болезненное. Ну и для того же Трампа вопросы
вообще безопасности очень важны. В целом, безопасность страны, безопасность его самого, Вот в этой безопасность связи. атомных станций, безопасность ядерная. Вот это главное для него. Да, вот в этой связи ходят разные разговоры, поскольку, ну, астрологи обычно это тоже видят, о том, что существует в его гороскопе какая-то вот такая опасность, связанная со здоровьем. Ну, здоровье какое? То есть он может заболеть, он может там, некоторые говорят, что там чуть ли не покушения там на него будут и так далее, и так далее. Вот где-то как-то все достаточно необычно, и к тому же он сам по себе, он революционер. Ну, а в революции как бы не многие любят. То есть должно быть все быть тихо, спокойно и так далее. А когда что-то вот такие серьезные перемены, вот это все как-то очень, ну, сложно. Кому-то это может не понравиться, короче говоря. Но Так я вот. хочу сказать про Трампа, что его безопасность, его система безопасности, которую вот он вокруг себя выстраивает, она очень прочная. Вряд ли там кто-то сможет через нее пробиться. Но если бы президентом стала Хиллари Клинтон, то для нее февраль, апрель и конец года такие очень критические, скажем так. Эта бабуля, она бы, наверное, бы своей смертью, возможно, и не умерла, если бы стала президентом. Там серьезные проблемы по здоровью. Ну и вообще на планетке нашей маленькой довольно много кандидатов в этом году, которые слишком долго находятся у власти, задержались и никак их, ну не знаю, с Кощеем Бессмертным связывают. Вот никак, ну никак. Есть, могу сказать даже, что это самый старый президент. У нас есть Роберт Мугабе, это президент Зимбабве. Ну, Ну, вот так знаешь, что, да, так что вот да. туда. Зимбабве, Уганда, Руанда, это все понятно. Но у нас есть еще один самый не старый президент, но по годам у власти, по-моему, он самый-самый старожильный. Уже даже Кастро уже нету. А вот он у нас все-таки еще есть. Ну, мы все знаем, кого мы имеем в виду. Я Я имею в виду. честно скажу, я не знаю. Серьезно? Ну, тогда не буду называть его имя. Я Да. могу сказать, про кого я еще Про кого? думала и смотрела гороскопы. Нурсултан Назарбаев. Он А, очень да. долго находится у власти. Это, во-первых. А во-вторых, такая вот есть связь. По персидскому календарю год верблюда. А Нур на тюркских диалектах означает верблюд, первый верблюд в караване, Нур. То есть я думаю, что это какие-то прямые указания на Нурсултана Назарбаева. Ну, Ну и... Назарбаев, он еще из той плеяды Советского Союза, он тогда еще был президентом, насколько я Да. помню. Да, конечно, это самый старожил, да. Ну, а дальше идет кто? На втором месте идет наш с вами, ну, наш с вами это ваш, а мой бывший. Александр Григорьевич? Александр Григорий, конечно. Ну, правда, когда я уезжал, он еще не был, по-моему, президентом, но тем не менее. Да, вообще, и президентов-то не было, когда я уезжал. Ну, этот год сложный будет для всех, кто долго у власти. Он у нас больше такой спортсмен. Ну, конечно, пошатается у всех их трон. Но есть действительно те, кто похож на Кощеев Бессмертных. Например, взять королеву Великобритании. А вот с Ее королевой. уже, да, уже сколько раз эту Кощееху Бессмертную пытались похоронить. Она все жива и жива. Да вот Вот здесь... последнее было совсем, да, совсем недавно. Причем я слушал даже прогноз еще одного достаточно известного астролога. Он считает, что, в общем-то, королеву уже и похоронили. Просто как бы еще об этом говорить как бы не принято. То есть давно она не появлялась на людях и так далее, и так далее. Ну, вообще там много же у нас всяких президентов древних. Если их поискать, где-то, наверное, в Южной Америке есть. Этих кандидатов хватает. Но кто долго сидит,
под теми шататься будет. В том числе и у нас в Беларуси тоже сложная довольно обстановка. Но Беларусь уникальное государство. Он находится на перешейке огненных знаков. Еще два знака тоже. Таких, ну, то есть страна маленькая, а там четыре энергии. И перешеек. Конечно, править такой страной тяжело, нужно в раскоряк устоять, но все время меняется что-то в головах людей, то их в одну сторону тянет, то в другую. В кучу они не могут собраться, потому что совершенно разные. Ну и остается что? Ждать, пока в результате прецессии, нутации что-то изменится. А это столетие. То есть, когда уйдет один знак и придет другой. Ну, не зря мы знаем все вот это событие, знаменитое соглашение проходило как раз-таки в Беловежской пуще. То есть, да, потому что у нас перешеек. Да. Угу. И вот когда вот эти четыре знака тут собираются, и центр получается почти в Минске, ну там один градус туда-сюда из-за нутации будет бегать, болтаться, поэтому ровной границы нету. Но для переговоров это уникальное место на планете. Это именно Беларусь. Но как только Уран будет приближаться к границе Тельца, Овен-Телец, и у нас на перешейке тоже что-то начнет происходить. Это конец 18-го года, 19-й. То есть обязательно встанет в центр. Где-то начнет трясти и нас. Ясно. Ну, Василина, у нас, кстати, время, можно общаться и общаться. Я бы и общался, и общался. Просто я знаю, что у тебя уж достаточно поздно по времени. У нас все-таки 9 часов разница. А у нас уже 2 часа дня, поэтому у вас 11 часов вечера на территории Беларуси, московское время. Последний вопрос, наверное, вот в этой нашей программе после какого-то перерыва, поскольку потом есть смысл, скажем, объявить о начале, возможно, нового проекта. Но вот все-таки вопрос, что у нас по валюте? Соотношение вот этих вот валют, куда идет евро, куда идет доллар, есть ли какие-то вот, ну не знаю, насчет коридора затмений в этот период, а может быть как-то более глобальнее, что ли, видишь ты или нет? Ну, я не смотрела, но могу сказать, что да. Российский рубль очень прочный. Я думаю, что дня за три перед солнечным затмением будет немножко снижаться, а потом опять начнет расти. Точно так, как и погода. Погода будет, например, 25-го будет снижаться рубль, 27-го расти. Это доллар... означает погода что? Ну, так же и погода будет меняться. Например, холодно будет 25-го, 27-го начнет теплеть. 26-го в момент затмения будет происходить разворот. Но ничто не указывает на то, что какие-то кризисы будут. Во всей этой системе, ну вот, астрологическая карта, показаны некоторые страны. И там фигурирует Великобритания, наверное, там какие-то негативные проявления будут. Также и фунт английский, я думаю, что его затронет. Юань и доллар. А между ними какая-то зависимость. Но это не говорит о том, что что-то растет, а что-то падает. То есть такие валюты, которые друг от друга зависят, и в затмении вот эта вот зависимость, она проявлена и показана. Ну и инвестиционный рынок. Вот там рынок инвестиций, там будет разворот. Может быть, инвесторы пойдут в другую сторону. И вложения потекут какие-то в другую сторону. Например, кто-то продаст свои индексы, купит другие индексы. Ну вот в этом направлении. А так никаких разорений, ничего такого на фоне затмения нет. Просто рынок меняется, ну и может слишком даже высоко взлетит, мне так кажется. Но сразу говорю, я не знаю сейчас, что происходит на рынке. Но никакого кризиса я не вижу. Вижу, что цена завышена, на нефть завышена в феврале, завышена на некоторые там валюты тоже, возможно, завышена на индексы. Это что означает завышена? То есть будет падать?
Я не могу сказать, что это падение, это коррекция к концу года вниз. К концу только года, да? То есть сейчас да, февраль месяц, оно нормально, да? Оно как есть, так оно есть, а к концу года будет какая-то коррекция, да? Да, сейчас, в частности, сейчас по нефти, да? Вверх, да. Понятно. Ну, вот я слушал прогноз одного астролога, американская женщина. Она говорила о том, что сейчас очень интересная тенденция, то есть несмотря на то, что там индексы мировые, имеется в виду американские индексы, дошли до рекордных отметок и продолжают с каждым днем их все бить и бить, то есть каждый раз новый рекорд, и в общем конца и края не видно, но коррекция без сомнения должна быть, она ее не ожидает, этой коррекции, до того момента, пока будет полное солнечное затмение, это еще, ну, как минимум до середины года. А дальше будет видно. Пока вот таким образом. Так она, во всяком случае, трактует. Ну, вот мне тоже кажется. Но экономика в следующем затмении не выражена. Августовское затмение, оно с экономикой мало связано. Поэтому я думаю, что мы и за полгода, и до конца года, это только коррекция. Чуть-чуть вниз, и все. Понятно. Хорошо, спасибо. Мы, да, вот то, что объявление, которое я хотел сделать. Дорогие друзья, уже я обращаюсь к нашим радиослушателям, YouTube-зрителям. Программа, она записывается, она будет выставлена в YouTube, Facebook. Мы говорили с Василиной о том, чтобы создать какой-то такой более, ну, что ли, канал, астрологический, эзотерический, вот именно... Мы уже и так ведем эти передачи, их достаточно много. Но было бы интересно, если бы там выступали еще астрологи, потому что, ну, все-таки восточная астрология отличается от западной астрологии. Опять же, каждый смотрит по-разному на свою, скажем, на свой подход к этому. Было бы интересно, скажем, несколько человек пригласить, ну, два как минимум человека пригласить и сделать такой, скажем, круглый стол астрологический. Как, Василина, правильно? Да, это здорово, конечно. Есть молодые восходящие звездочки в астрологии. Обязательно нужно их пригласить, рассмотреть. Я буду очень рада. Я очень люблю слушать молодых астрологов. Мне кажется, они все такие талантливые, все такие умные. Поэтому я с удовольствием. Я за круглые столы и за молодежь. Ну да, вообще-то говоря, мы же, в общем-то, знаем о том, что дети рождаются у нас сейчас не просто дети Индиго, которые уже в 80-е годы стали рождаться, сейчас вообще кристаллические дети. То есть у них совсем по-другому все происходит, и образ мышления другой, и они по-другому видят все вещи, так как не видят мы. Эпоха Водолея, вот, допустим, астролог, ваш коллега, считает, что мы все еще находимся в эпохе рыб. Она еще не наступила, Водолея, эпоха, она идет переход, этот переход будет длиться еще какое-то время, там может быть и даже не одно десятилетие, но он наступил, и он переходный период, наверное, не наступает. Это будет тоже интересно с моей точки зрения. В самом случае мы будем пытаться это делать, будем этому способствовать. Сейчас мы в нескольких режимах записываем наши программы. Это в режиме Google Hangout, это ссылки, которые люди могут прямо в прямом эфире задавать вопросы, где будет видно наши специалисты. Вот. Так что мы смотрим с оптимизмом в будущее, да? Несмотря на коридор затмений, в котором мы сейчас находимся. Мы адаптируемся, да. Может, мы развернемся в правильную сторону. Да. У кого-то же затмение в первом доме, в десятом доме, в двенадцатом тоже хорошо, если это затмение, развернуться куда-то в своем творчестве. Осторожнее нужно быть тем, у кого в пятом доме, потому что, да, это дом творчества, но, возможно, это творчество будет связано с социальным каким-то кризисом, упадком экономическим, потому что, ну, для астрологов скажу, это в системе производных домов второй дом от нашей родины, там, где экономика проходит. Но понятно. Это для астрологов.
секретная информация. Ясно. Хорошо. Василина, спасибо. Спасибо большое, дорогие друзья. Мы должны попрощаться сейчас с нашим астрологом, и мы прощаемся с вами. Благодарим всех за внимание. Василина, еще раз спасибо большое. Очень интересная информация. Я очень рад тому, что мы через какой-то промежуток времени опять общаемся и получаем очень и очень ценную информацию. Ну и, дорогие друзья, если у вас есть замечания, предложения, вопросы, задавайте. SunGates Center – это наш сайт, sungatescenter.com. Это SunGates 108 – это наш Skype. Ну и в YouTube и Facebook можно оставить свои вопросы, замечания и комментарии. Всего доброго. Меня можно найти через Майкла. Он меня будет преследовать, чтобы спросить, задать вопрос, который вы там давали. Да, я буду преследовать, пока мне это будет позволять.